Здравствуйте, ребятушки и девчоточки. Я категорически рад вас всех приветствовать на своем канале Жук-Муравейники. С вами дядя Саша, великий ужасный. Сейчас будете смотреть, надеюсь, с радостью, 28-ю серию моего прохождения игры «Жизнь после», или как там она у них называется, «Days Gone». Все ранее записанные серии, пока у меня не было интернета, закончились, так что пора начинать новый. Потому что, хоть и в общем и целом мало просмотров на Days Gone, но бросать я ента дел не буду. Потому что я знаю, что есть люди, которым нравится, которые ждут и которые любят. И пусть их даже хотя бы один или два или три человека, вот для этих одного, двух или трех человеков, я и буду записывать эти серии. Что-то у меня с голосом с утра. Продул, походу, вчера опять в моем подвале стримерном. Сижу тут, понимаешь ли, вечно, меня продувает в такую жару. Ладно, ничего страшного. Значит, пока я не записывал новые серии, а загружал уже ранее записанные, вышла обнова в районе 10 гигов, она весила. Она вышла примерно числа 3-4 июля. Исправили, что не знаю, но должно, может быть, хотя бы громилы в воздухе перестанут летать. Так, ну что, Ватсон, поручение шпион-анархистов, среднее, 2 июля, ну правильно, да. 2 июля и записал последнюю серию. Ну погнали, загружаемся. И, кстати, когда закончим Days Gone, начнем Red Dead Redemption 2. В нее будем играть. О, Дик! Я пока ее уже заранее у пиратов позаимствовал. А найдутся добрые люди, как, допустим, из Косвета, который мне подарил эту игру в Стиме. Я, конечно, буду очень счастлив. Но сам пока RDR 2 я покупать не буду. Я там вам купил АК Азимов 47, который мы в четверг разыграем на стрим-марафоне. Так что приходите. Будет разыгрываться именно среди присутствующих на стриме. В четверг, в ближайший 22 июля, будет стрим-марафон по Counter-Strike. Даже если вы в контру не играете и у вас ее нет на аккаунте, вы все равно сможете принять в подарок этот АК Азимов. Он весьма недешево стоит, он вам пригодится. Его можно продать или обменять. Ну, в общем, единственное, что, блин, я вчера забыл, надо бы сегодня на стриме сказать по Far Cry. Только после 25 июля я смогу передать этот калаш. Там на него трейд-бан до 25 июля. Я его просто приобрел совсем недавно. А в Стиме сейчас нельзя сразу передавать. Надо, чтобы истекло время потом. Ну ладно, это мы и решим. Это не важно. Так это вообще еще к делу не относится. Так что ждите игр новых. Так, ну что мне там по оружию? Куда мне надо отправляться? Какое мне задание? Так, засадный лагерь. Шпион анархистов. Найти анархиста. Ну, поехали. Сначала анархист найдем, потом с засадным лагерем. И, кстати, надо на базу к этим съездить. Вот сюда вот. Там я потом понял, я не заходил в характеристики некоторых мотоциклов. Дизайн они там называются или как. Короче, если в них заходить, то тоже можно улучшить мотоцикл. Я думаю, это только чисто для красоты, а ни хрена это не для красоты. Это тоже его делает лучше. Там улучшает его качество. Так что сейчас надо будет приехать к этим чувакам после этого задания. Так, ну открывайте ворота, мусье. А я еду. А как у меня вообще оружие? У меня при себе... А, мне уже М60 выдали, да? Мне выдали М60, я таки уничтожил 60% порт. Я такой настойчивый, что таки уничтожил 60% порт. Ладно, значит, у меня М60. Он здесь называется М55, правда. И у меня дробовик. Automatic дробовик. Хорошо. Так, вот здесь часто медведь любит ну вы поняли. Шарогулять. А, еще вы меня вот что просили. Чтобы когда шли разговоры, когда неписи разговаривали, чтобы я пасть свою не открывал и не влезал в разговоры неписи. А то некоторым из вас интересно слушать, что там неписи говорят. А я иногда даже перематываю в редких случаях. А иногда начинаю сам что-то бакланить. Вот вы меня просили не бакланить, отдать неписям слово. Давать. О, зомбарь. Что-то на коленях, что ли, стоит. Это обычный зомбарь. Ну да, женщина с виду. С виду баба. Баба как баба. Немножко фрик. Завалил. Еще один трофей. Ух, забери. Забери ухо. Так, что у нас тут с тобой? Карасин. А, карасин у меня полно. Ну, что сгодится? Карасин, говоришь, полно. Лом. Лом. Старший помощник лом. Фугас могу создать.
Ну давай сюда вот керосин израсходим. Да. Давай фугас создадим с тобой. Фугас мне в глаз. Так, что тут у нас? Мины. Ахтунг минен. Ага, ладно. Значит, зато керосин могу взять. Керосинчик. Пойдите сюда. Ну что? Ну, ого! Вы чё? Вы чё, ребят? Я думал, вы дохлые сидите. Слушай, это что-то новое. Они просто сидели и ждали. Тебя что-то колбасит. Вы это видали, да? Нормально. Нет, после обнова появилось, такого раньше не было. Я думал, они... Ой-ой-ой-ой-ой. Но я гляжу, обнова-то не очень подействовала, да. Какую-то музыку надо сюда включить ему, чтобы он под нее танцевал. От этого колбасит. Зато до этого сидел, вообще не дергался. А теперь гля, как вскочил. Вскочил и давай дергаться. Слушай, вот это у них новая, да, фишка. То есть они уже как бы заспауненные. То есть они... Иногда бывает, они как бы из воздуха появляются. Вот эти вот, кто они там, как их там, мародер или кто их. А эти, значит, уже были заспауненные, но просто сидели. То есть баба-фрик ходила, им было пофигу, они сидели на нее смотрели. Слушай, ну неписи сделали каких-то... Какие-то какого-то... Какую-то коварную непись я встретил, я вам так хочу сказать. Так, погоди, а давай, знаешь, что, ягод наберем и грибов. У меня там что вообще? Ну, я сейчас дерну немного грибов. И немного ягод. Да, пригодится, конечно. Конечно, пригодится. Где родился, там и... Там и отравился. Еще какая-то сзади ягода была. Ну, или растение, или трава, что там. Да, вот. Это трава, вот она, желтенькая. Это что там у нас? Ромашка. Раз ромашка, два ромашка. А, кстати, что у меня там по... снадобьям. Вот, смотри, микстура концентрированной концентрации. Ее надо создать. Ой, я ее использовал случайно. Твою мать, не туда нажал. Значит, гриб надо еще раз взять, Саш. Ты случайно концентрации наелся. Ну, побегаешь немного концентрированным. Я теперь концентрированный. Вон, гриб я видел. Не на ту кнопку нажал. Кнопку Е с кнопкой R перепутал. Это бывает. Сегодня это не страшно в данной ситуации. Так, а что у меня... А, у меня еще микстура лечебная не открылась, да? У меня не открылась лечебная. А, нет, открылась. Вот, лекарство я могу создавать. Все у тебя открылось. У тебя все открыто. Все. Поехали разбираться с этими. С монархистами. Поехали с монархистами разбираться. Нет, с анархистами. Они не монархисты, они не за царя. Они вообще против любой власти. Они анархисты. Онанино, онанархисты. Вот так бы я даже сказал. О, а здесь там есть патроны. А зачем нам патроны? О, а здесь тоже есть патроны. Ой, а там скакать надо, да? Тогда пью, я иногда... Ух! Слушай, а почему у меня форсаж не сработал? Я же нажал. Чё-то я не понял, что у меня? У меня форсажа, что ли, нет? Чё-то я жму, у меня ни хрена не работает. Я тебя загляделся. Слушай, а что у меня с форсажом? Почему он не работает, а? Дядь Саш, что с форсажем? Почему не работает? А, потому что надо было газовать в этот момент. Когда не газуешь, форсаж не работает. Все, понял. Так, а что это за след какой? Синенькой. Синенькой ты мой. Так, трос. Ну, ладно. Так, ладно. Смотрим. Да, да, Яша. Посмотри, посмотри, посмотри. Да посмотри, посмотри, посмотри. Может, что увидишь интересного? Вот ты где. Кто это где? Яша, Яша, кто где? Яша, кто где? Яша, Яша, бля, блинский ёж. А. Чё-то я не понял. А, вон другая загогулина. Посмотрим. На другой стороне. Что тут у нас? Не, ну я так понял... Я так понял, мы с тобой сейчас так к анархистам придем, да? Ой! Ой! Спокойной ночи. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Я ж вот так, бля, надо петь песенку тихонечко. Так, и куда эти следы идут? Да ничего, до анархистов еще, до этих гитаристов. А, ну вот смотри, тут какая-то фигня, тут опять, наверное, эти гитаристы живут. Давай дробовик возьмем и постреляем в гитаристов. Ну, где гитаристы? Они опять, наверное, сидят в засаде, да? Есть подозрение у меня, что они опять сидят в засаде.
Ну, давай походим. Ну, а где гитаристы? Много чего есть, вон даже есть чем мотоцикл заправить, а гитаристов я не вижу. Вот я сейчас отсюда отъеду и нарисуется, может, они вот тут гитаристы сидят. Так, что-то баганулось, короче. Ну что, тогда давай заправляться, да поехали. Они либо позже появятся, либо я не знаю, но что-то это. Что-то как-то вот. Вот, тут даже патроны есть. Это, конечно, зря, надо было их сначала пострелять, а уже потом использовать патроны. А ты никого еще не стрелял, а патроны уже заюзал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зато гля, тут сколько топлива стоит. Топливо. Ну, пошли, нам, брат, с тобой далеко не ездили. Но все равно заправимся. Что-то я не понял, куда я ж тебе эти следопытство твое привело. Куда-то оно тебя не туда привело. Что-то вело-вело и не довело. Или я там что-то не нашел. Ну, короче, не важно. Короче, долой следопытство. Вот так. Да здравствует бензин. Или как там говорят у вас, Яша, в Орегоне. Газолин. Газолинчика немного. Нальем. А, анархисты от нас никуда не денутся. А, не, вон, по-моему, что-то. Что, нарисовались такие? Тут только и водятся, что убить. Это люди! Смотри, нарисовались такие. Есть уже. Вот ты где! Нарисовались такие гады. Ну, слава. Вот смотри, Богу. Когда я тут ходил, не было никого, да? Возвращаюсь! Нужно прикрытие! Нужно прикрытие. Очень нужно. Прикрытие нам просто необходимо. Дайте-ка я вам. Дайте-ка я вас угощу своим пулеметом. Выходи, поговорить надо. Сейчас поговорим. Можешь? Вообще. No problem, amigos. Все? Наговорились, что ли, да? Понимаю. Понимаю, я сам да большой любитель поговорить. Нет-нет, бывает. Да как поговорю с кем-нибудь по душам. С вами вот поговорил. Так, тут ничего нету. Так, ну вот, я же говорю, эти гитаристы не появились вовремя. Хотя, нет, не гитаристы, это... Как их зовут? Маро. Маро Дюри. Так, ах, тут опять какой-то сверхузенький проходик. Так, а, тут вот точила стоит грузовая. Так, там он опять есть чем заправить. Тут обычно тусуются толпы. Тетку режем. Тетку режем. Так. Вас стреляем. Так, берем что-нибудь посерьезнее. Стреляем всех, чужих, своей. Мы все стреляем, и чужих, и своих. А нам пофигу. Ты чё, дядь? Ты чё-ль попутал, чё-ль? Дядь, бывает. Пройдёт, не переживай. Точнее, у тебя уже прошло. В этом доме. Небольшой спойлер. Но в этом доме живет Орда. Вообще, я знаю. Но почему их сейчас здесь нет? Почему они вроде день, белый день? Куда они делись? Странно, да? Вот странно. Вот странно все это, Ватсон. Ватсон, вы не находите все это странным? Я думаю, Ватсон находит все это странным. Вот и я вместе с Ятсоном, что-то уже Ватсона, Ятсоном каким-то обозвал. Вот и я вместе с Ватсоном, Ятсоном, все это нахожу странным. A little. Ладно. Тебе до анархистов надо доехать, ты помнишь? Yes! I know! Что-то тут топливо стоит. Че, кто-то пожаловался, что топлива им не хватает? Теперь после обновы топлива наставили, наверное, просто на каждом шагу по 150 литров? А, им туда вон вниз надо поворачивать. А кто тут рычит? Ох ты, то рычит тут кто-то нехороший, я так погляжу, да? Кто-то похоже на медведя. Тут и волк он воет. И медведь вон. И медведь... О, он со спринтером, что ли, дерется? Да, и спринтер. А чё, волк не понял? Фига вы тут живущие. Так, еще кого-то слышу, кто-то рычит, что ли. Да, волк.
Так, на лук похоже из этого, из, вы поняли, как это там называется, The Infected. Я что, Рош Гордж, мясо оно нужно, мы сейчас поедем, продадим в лагере в мотоциклетном и улучшим свой мотоцикл. Так что рожь ты свою, значится, деконскую, не корчи. Этот медведь обычный мне попался, это был не Юра Шатунов, это просто был медведь. Так, а все, погоди. Погоди, а Мишка где? А, вон Мишка. Слушай, Миш, я тебя потерял, ты такой маленький. Что я тебя потерял? О, гля, я же зашел в середину медведя. Яш, это как тебе удалось зайти в середину медведя? Так, ну что... Садимся, поехали. Не, мы так с тобой хрен когда доедем, если на все отвлекаться. А как? Так надо. Вон туда нам надо ехать. Предупреждаю, с мотоциклом он управляется хорошо, но у нас одним из лучших. Этот хрен на мотоцикле. Если упустишь его, уже не поймаешь. Ай, уже не поймаешь. Это мы посмотрим. Да, конец да, связи. Да, это мы посмотрим, как говорил Фокс, кто из нас с ошибками. Так, значит, надо мотоцикл на старт поставить. Знаю я ваши прибамбахи. Мотоцикл на старт. Вот так примерно, чтобы я на него сиганул. Это здесь. Так, и поехал на нем. Потому что Яша, как сейчас это проведет расследование, тот гусь сразу на мотоцикле понесется. Поэтому нам надо будет. Ну, так обычно бывает. Нам надо будет, значит, на свой сигать сразу. Прям сразу можно сигать. На верном пути. Да, все, все, все. Вон он, поехал уже. Да, сигаем на свой мотоцикл. Ну что, вряд ли ты так просто сдашься. Скотина! Да нам бы его хотя бы догнать, Яш. И в дерево в какой-нибудь не врезаться. Ты видишь, как он быстро собак такая едет? Вы что, ну что, эти молоды выкидает, гад? Хорош у него, Яш, мотоцикл, да? Ну и чё? Когда там у него мотоцикл? Давай по обычной схеме, пробить Яш, шины, пробить ты шины. Его как бы немножко обогнал, как это? По обычной схеме у тебя не пошло. Нет, нет. Ай, Яша, поворачивай. Блин, у него мотоцикл ещё... Отлично. Вот неплохо полетел. А чувачок-то полетел неплохо. Нет. Завязал. Яш, ты завязывай с этим делом. Ух ты, что это у тебя с лицом? Как дела, приятель? Что это у вас с лицом? Денек у тебя вышел сумбурный. Прямо как ты любишь, да? Ну, я даю ему сказать слово. Ты меня живым. Почему мародер? У него разве не знак анархиста на морде лица нарисован? В общем, уже считай взял. У него же... Хотя живым или нет, мне до лампочки. Знак анархиста на морде нарисован. Трофей на ход, 93. Полковник, я его взял. Передаю вам координаты. Отлично, капрал. Отлично, капрал. Не бросай меня, возьми меня с собой. Так, а что там у меня вот какие-то, смотри, какие-то волны идут. Что там происходит? Пошли проверим. Вот пулемет приготовь, а то вдруг там что-нибудь происходит не очень радостное. Ага. А, здесь я этого вызволял, типа, как его зовут-то? Так, а вот слышь, кто-то топает. Ага. Волки. Ни хрена себе! Найдется у них тут что стоящее. А кого вы жрете? А. Мародера какого-то. Ни хрена себе тут. Смотри, это они его ели. Втроем. Что-то новое. Слушай, а что у меня там вообще эти навыки есть какие-нибудь? Или я уже все прокачал? Я что-то запамятовал. Сейчас надо будет глянуть. Давай глянем, что там у нас. Так, во-первых, давай себе немного здоровья подправим. Так, что там по навыкам? Навыки на... О!
Навыки навыков у меня 0 очков. Так, и это у меня прокачано все. И это у меня прокачано все. Это у меня не прокачано чуть-чуть. Вот это не прокачано. А, один навык мне остался, да? И все, и будет все прокачано. А, скукотень. Ладно. Так, а что тут, крестик какой-то нарисован? Я ж какой-то крестик в домике. В домике на ком-то поставили крестик. А, вот на нем поставили крестик, понимаю. Так, металлоломчика. Так, вот это заберем. Бутылек. Так, ну что, рядом где-то есть засадный лагерь, его зачистим. Возвращаемся на мотоциклетную базу и пытаемся прокачать свой мотоцикл. А то что мы ездим на каком-то древнем мотоцикле? Ты тут все лежишь? А если тебя попробовать пристрелить? Не, не надо, то вдруг еще проблемы будут какие-нибудь. Лежи, лежи. За тобой скоро приедут. Сейчас за тобой приедут. Во, засадный лагерь. Лагерь на ЖДК Скет Лейкс. Вот на этот Каскет Лейкс. Лейск, Лекс, Лекс, Лекс. Мы сейчас и поедем с тобой. Блин, километр далеко-то как. Цельный километр. Ладно. Поехали. Иногда они гады тросы натягивают. Вот надо за этим смотреть, чтобы мне тут трос кто-нибудь не натянул через дорогу. А то так больно биться об этот трос. Это кто? Волк. Ой, вырубил я тебя, прости, брат. Это что, даже к тебе... Да и валяйся, ну тебя нафиг. С мотоцикла надоел уже слезать за каждым разом. А вон там опять кто-то. Это фрикаделька бежит. А фрикаделька отстанет. А, шоколята. Дошколята. Так, а кто там у нас в воде стоит? Спринтер, да? Да, С-спринтер. Ну, на этой сложности он неплохо убивается. Ого! Ой, точно был спринтер? А чё это сразу в голову-то его вырубило? Slow down. А нет, это альбинос был, извиняюсь. Ого! А то что-то как-то спринтеру обычно магазин. Магазин мало, а тут его с одного вырубило. Ого! Вы чё? С ума сошли? Кто это там разговаривает со мной? Кто разрешил со мной таким голосом разговаривать нехорошим? Все что ли, да? Slow down checkpoint A hit. Ну, у меня примерно уровень лангуаги. Так, ладно. Тут рычит рядом, да? Что-то на здоровяка похоже. Обычно он такие звуки издает. Так, мы с тобой туда поехали. А здесь можно проехать, объехать вот эту фигню? Этот завал можно объехать? Ой, нет, по-моему, ты завал это не объедешь. Он здесь не объездной. А, погоди, вот. Вот сюда вот. Все. Так, ну там кто-то стоит. Кто-то в том... это здоровяк, я говорю, это здоровяк. This is здоровякус. О, они тут вообще дерутся. Но его такой хренью не убьешь. Быстро. А теперь можно дубиночкой. Ага, дубиночку он тебе даст. Да блин, их двое. Беги, дядь Сань. И здоровье себе поправляй. Так, а теперь бери дробовед. Бери МПХ-ку. Вот тот уже должен помереть сейчас скоро. Фига себе. Нет. Нет. Пипец. Горишь, дядь, гори. Я ж быстрее, заряжайся. Так, одного вырубили. Где тот? Где тот мерзавец, который у меня крови немного попил? А что, тоже что ли помер? Я ж куда он делся? Так, вон лагерь горит.
Короче, кого-то подсвалил. Ну что это такое? Значит, довел меня, так сказать, до истерики. И свалил куда-то. Ну, кто так вообще поступает вообще? Раз так поступает... Тихо! А, ты обыкновенный. Все, я тебя понял. Свободен. Напугали, гады. Запугали гады дядю Саш. Так, в засадном лагере мне, может, какой-нибудь рецептик выдадут, да? Какой-нибудь полезненький. Так, а это к нему прямая дорога. Прямоезжая дорога. Слушай, а вот тут что светится все? Что тут за тусня такая? А, это блокпост. Это блокпостик. О, а здесь надо включать форсажу. Так, форсаж включен был вполне успешно. Так, в этих машинах боеприпасы есть. Ну-ка, пошли достанем. Пошли, жопушник дядя Саша доставит боеприпасы. Он же ему кофры свои распечатывать. Жалко, да, конечно. Надо халявные боеприпасы собирать. Что же я буду из своих кофров-то доставать? Там же целых 3 комплекта лежит. Нельзя. Ой, что там такое впереди? Зомбари. Ой! Ой, не попал. Ой, не попал. Это сэр Джон. Патруль забрал пленника? Добро. К несчастью, нет. Когда они подъехали, он был мертв. Мертв? Мертв? Как так? Он как-то принял яд. Как именно, непонятно. Ой, там в меня уже стреляют. А меня уже заметили. Все, что он знал о нас, умерло вместе с ним. Да, сэр, конец связи. Кто стреляет, дверь моя? Видишь, дома нет никто. Приходи ко мне вчера. Будем радио смотреть. Интересно, может, капканы есть? Блин, дробовик на дальней дистанции вообще не работает. Дробовик вообще на дальней дистанции не работает. На короткой работает, а на дальней ни хрена. Дайте я с вашего калаша, что ли, постреляю для разнообразия. Пойдет. Живо в укрытие. Ух, а у них патронов почти нету. А, ну сейчас насобираю. Отлично. Ого, пострелял. Ни хрена себе пострелял с калаша. Слушай, как-то больно я с калаша только что пострелял. Блин. Мне патроны нужны на калаш, у меня патронов почти нету. Я не просто побегать вышел. Мне нужны патроны для калаши. Ого! Это где? Ты ни хрена себе! Погоди, а то у меня что? Блин, дай. Вот, все. Глянь, сколько здоровья мало оставили. Но я решил от нечего делать, с калашу побег. Блин, в нем патроны кончились. В калаше кончились патроны. Так, а где мой дробовик валяется? Да далеко он валяется. Тихо, что такое? Как он... Да где ты есть, я тебя не вижу. За дерево... А, здесь что ли сидишь? Ну, это... На. Заряжаю! Гля, не убил, а? Это последний. А, последний, да? Все. Все. Больше вы уже никого не подкараулите. А нет ли у них тут бункера? Ладно, мы назад свой этот возьмем в шкафу. В ихнем в шкафу в оружейном. Назад возьмем свой. Да он вот здесь у тебя лежит, дробовик. Ну, если, конечно, не исчезает. Ты его бросал где-то здесь. Это в этом районе. Ты производил замену шила на мыло. Так, а где же я дробовик-то кидал? Это калаш валяется. Так. Погоди. А где мой дробовик?
Они здесь разве? Калаши, калаши. Блин, где я поменял? Где? Ой, тут патронов так много. Ладно, давай сначала в бункер сходим. Так, бункер нарисован, что где-то тут поблизости. Видите, красным. Красным светится. Ну, бункер — это такая дверь обычно. Такая с виду не очень приметная. Типа железная. Ну, она обычно где-то на более-менее ровном месте находится. А может, даже мимо нее уже пробежал. Да не, если бы он мимо нее пробежал, я же бы начал говорить. Вот он. Я нашел его. Так, слушай. А я знаю, где бункер. Он вот тут. Вот он. Да. Что тут у тебя лежал? Не мой дробовик? Так, это пулемет. А, ну твой пулемет мне не нужен. А вот и Люк. Я свой пулемет возьму. А я ж так и думал. Я, говорит, так и думал. Я ж у нас, видишь, он какой фугасов пополним. Я ж, видишь, какой мыслитель. Он прям так и думал. Открывай. Открывай, говорю. Яш, я как бы жму на кнопку, чтобы ты открывал, но ты почему-то идешь куда-то в сторону. Пшел в сторону, щенок. Яш, почему так себя ведешь нехорошо? Почему ты идешь в сторону? Так, это один из последних засадных лагерей вроде как. А может, еще один будет. Может, два. Но, по-моему, я нашел практически уже все. Игра так потихоньку близится к завершению. Но тут еще, конечно, есть что поделать. Что это у нас тут? Да что это у вас тут? Карта. Засадный лагерь. Не, видишь, 67%. Где-то поблизости. Еще ты лагерь. Нет, не раскопал. Охотник на засады. Ну вот, походу, один лагерь остался. Отлично. Да, оружейный шкаф. Так, основное. Дробовик мне автоматически назад дайте, пожалуйста. Пополнить боезапас. Да, пополнить. Все, вон калаш свалился. Не хочу я. Уровень доверия повышен. У Wizard Island уровень 3. Так, а Wizard Island это кто? Это вот этот? А, это вот этот. А мне нужно, чтобы вот в Diamond Lake у меня был третий уровень. Чтобы мне там мотоцикл можно было. А я сейчас туда, короче, повезу. Повезу туда все, отвезу. Продам им все уши, все мясы. В общем, все. Будем повышать уровень доверия до третьего. Изо всех сил! А я там еще не поверил. Не повысил уровень? Да нет. Не повысил ты там ни хрена еще. Так, а вот теперь... А что теперь? Теперь можно патронов приобрести. Где я тут патроны оставлял? Давай их заберем. Где я тут еще не брал? Какие патроны? Где какие патроны? Иди, что лучше спать. Чпок. Так. Где-то вот тут много стояло патронов. Прям так много патронов стояло. Ой, запутался в трех соснах. Ну где? Вот тут внизу. Вот. Не здесь. Нет, это бункер. Ты только что оттуда пришел. Вот это что такое светится. Что тут за склады, блин? С техникой. Нет, это не сюда. Так, это что? Ну, это не патроны. Ну, ладно, давай заберем керосин. На... Да, это не керосин. Керосин уже некуда. Так, где патроны? Что, специально, что ли, их спрятали? А, вон они стоят, вон там. Ну, залезай, чего ты? Чего ты стесняешься? Ну, там под навесом должно быть что-то стоять. Вон, коробочка с патронами стоит под навесом. Да, Яша, да, вот она, чик, забрал. Так, патронов. Но это еще не все. Тут я еще рядом где-то видел одну коробочку, когда мы с тобой бегали, когда я вот тут метался, как этот. Метался. Искал свой этот. Не, мой дробовик. А, вот они. Угу, все. Это все забирай. Все, к мотоциклу. Не знаю, сколько там у тебя топлива дизельного. Хватит, не хватит доехать до этого Diamond Lake. Ну, попробуем, чтобы хватило. Прыг. Снайперюга пострадал. Прыг. Так, а через это ты перепрыгнешь? Нет, через это ты не перепрыгиваешь. Понимаю. Для тебя это как бы непроходимая стена. Ну, вот так можно перейти. Это кто хрюкал тут? А, вон кто хрюкал. Извини, братушка.
тут такая, еще кто-то. А, ладно, поехали, все. Ты тут будешь этих одиноких фриков гонять. Нафиг они тебе нужны, эти одинокие фрики. Что им делать? Ой, а что-то не заметил, мне рецепт никакого не дали, да? Так, смогу ли я до Diamond Lake быстрое перемещение совершить? Так, могу, Diamond Lake. Дешутское. Дешевое ополчение. Поехали к этому дешевому ополчению. Сейчас будем улучшать свой мотоциклет. И какие у меня там есть текущие задания? Кроме как с Сарой свалить, больше никаких заданий нету. А, страх смерти, мне не туда стрелять. Надо. Это капрал Сен-Джон. Так, значится, вам трофеи сдаю. Мадемуазель, а ты который капрал, по-джапански? Коничива, ничего. Только одно? Немного... Так это все? Ну почему все? Неплохо. Вот тебе. Молодец. Да, хорошо. Да, понятно. Спринтера тебе продам. До свидания, капрал Сен-Джон. Будь здоров, не кашляй, шарап. Еще на кухню зайдем, мясо дадим. Мяско, вот смотри, 5 медвежатины. Это, конечно, мало доверия повышает. Вот, смотри, 19 чего, волчатины, да? Так, ну вот это тоже можно все продать, пусть забирает. Только потом не забывай себе пополнять. Так, у меня, видишь, должно быть уровень доверия 25, да? У меня еще много X-поинтов. Ну, какое-нибудь задание ихнее, его гигогоны надо выполнить. Так, пошли к этому, к оружейнику. Сейчас у него... А, Джон, это механик. Что-то задумал, да? Да, задумал. Сержант. Задумал улучшить свою точилу. О, дизайн. Фара. Стандартная фара. Прочность. А вот эта фара, она прочнее, да? Не, погоди, то же самое. Фара... Чем она отличается, я не понял. Но вроде как она стоит денег, значит, мы ее купим. Фара 4. Так, теперь у меня колеса. У этих прочность выше, видишь? Да, да, вот. Это есть. Неплохая. Я думал, штуковина. Дизайн это чисто для красоты. Выхлопная труба. Без выхлопной. Сейчас вообще без выхлопной трубы, а это вот прочность. Ага. Так, теперь, значит, тормоза. Стандартный тормоз. У этих прочность вроде как выше. Хорошо, да. Ну, купим, короче. Тормоза. Переднее крыло. Так, у меня вот такое, без переднего крыла. Так, прочность чуть больше. И прочность еще больше. Ну давай, вон там какая-то решетка, да, нарисована. Да, классная вещь. Так, ну и у нас остался кожух. А может быть даже кожух. Без кожуха. Кожух 1, кожух 2. Прочность повышается. Ага, отличный выбор, правда? Да уж и правда. Так, и что там у нас? Характеристики. Окраска мы пока не будем заменять. Ну, это мне все... А, это я уже все открыл. Это откроется. А, у меня доступен кофр номер 4. Да? А почему? А, у меня здесь есть третий уровень доверия. А, здесь есть, да, третий уровень доверия. Да, это есть. Неплохая штука. Это я в прошлый раз еще заработал. А, ой, дебилоид. А, это что такое? А, ну, они, короче, одинаковые. Так, закись азота. А-а-а. Закись азота максимальная. Это максимальная. Вилка максимальная. Это максимальная. Так, все вроде получается. Я здесь все... Ладно, слушай, значит, значит, все-таки уровень у меня доверия здесь третий. А, это мне были деньги написаны, а не уровень доверия. То есть я, видно, в прошлый раз уже заработал себе уровень доверия третьим. Блин, забыл, извиняюсь. Извиняюсь, забыл. Чуть-чуть не поиграл. В общем, все, я, да, в этом лагере, получается... прямо сейчас. Свой мотоцикл улучшил до максималки. У меня уже есть погоди. Капрал Сен-Джон. А, еще увидимся, да? Кофр горит цифрой 3, потому что ты в него не положил ничего. Вот, сейчас я у этой сколько же... Сколько лет служил? Сколько надо, столько служил. Я не видела твою присягу, но солдата я узнаю за версту. Понимаешь? 4 года. 10-я армия Афганистана. Привязалась. Я уже сказал полковнику. Ненавижу то время. Ну а ты? У тебя тоже глаз наметан, да? Я-то? Капрал Сен-Джон. Потом поговорим. Потом поговорим. Так, куда нам надо ехать? Страх смерти. Проехать к указанной точке. Так, слушай, а вот тут у нас рядом есть 2 блокпоста. Давайте мы попробуем на них пробраться. Мари, один он объект исследования нейро. И другой объект исследования нейро. Да нормально у нас все. Вообще в шоколаде. Он мотоцикл понаставил каких-то новых колес. Ты, гляки, колески, три решетки. Теперь фриков будут давить, почем зря вообще. Теперь даже оружие не надо, их мотоциклом будут давить.
их буду просто раздавливать мотоциклами. Так, а зачем мне надо вот так сначала подняться? Ой, там шатун. Ой, кривошип на шатунный механизм. Тихо, блинский ёж. Ай, я в него попал хоть этим огнем. Горит? Горит. Он убегает еще, гад такой. О, все. Уровень доверия повышен, Diamond Lake. Так вроде... Он был немного раньше повышен. Что-то как-то вы это... Кто там? Ух ты, нихрена тебя! Что как-то тормозить не хуже меня. Уровень доверия повышайте медленно. Миша, я на тебя все патроны для МПХи. Ну ничего, у тебя 4 кофра. Не жлобись. Не жлобись. Заберешь из кофрика. Я вообще куда еду? А, я вообще еду. Скорее всего, мне сейчас придется сигать. Что-то у меня есть подозрение, что мне придется сигать к этому. Ну, к объекту исследования Нейро. Он, скорее всего, как-то там надо будет разогнаться. Но вроде у меня на мотоцикле все улучшено. И колеса новые. И закиси азота максимально возможные. Ну, правда, я немного криворукий ездок. Ну, что я могу поделать? Какой есть. Так, и говорит, сюда надо ехать, да? Ну, поехали. Ты говоришь, что сюда, значит, сюда. Я охотно верю. Что там такое внизу? Фрики бродят. Ну, их тут не шибко много. Их тут раз и два. Я могу попробовать их задавить. Отлично, нафиг тебя. Так, объект исследования Нейры. Ох, тут не нравится мне это место, мне кажется. Так, он наверху. В пещеру надо будет заходить. Да слушай, слезай с мотоцикла. Что тут такое? Что такое, парни, взгоношились? Это практически ударный инструмент. Кстати, что у меня там с дубинкой? Давай дубинку починим. Давай дубиночку починим. Так, а как же туда забраться? Это наверху, это через шахту как-то надо, да? Как-то надо через шахту. А что это вы тут так? А что это вы тут делаете? Так как-то надо, блинский еж, через шахту пиндюрить. Получается, да? Так, через шахтовую шахту. Ты глянь, как оно там высоко. А чё же я, когда в этой шахте был, не зашел в этот прекрасный объект исследования Нейры? Вот теперь туда попробуй, зайди. Слушай, это вообще похоже не на шахту. А, ну я понял, короче. Не знаю, давай дробовик возьмем. Я говорю, дробовик возьми. А, нет, включи. Так. Коробка с гвоздями. Как-то мне надо теперь туда пройти. А он наверху находится. Ну, ищи где-то дверь какой-то. Дверь, лестницу какую-то. Слушай, я помню, когда в прошлый раз здесь ходил, здесь было это. Освещение какое-то присутствовало. А теперь вообще темнота. Маячок. А, вот он. Здесь. Все, здесь. А, уже нашел. А что мне показывает, что мне наверх куда-то лезть? Ну, ладно. Что ж, как говорится, повезло тебе, как красноперому. Что-то я не хочу это слушать. Инъектор? Еще какой умер штуки. Заметка номер 2072. А, это не про эти. Рассказывают про. Спасибо. Вот это да. Програмил. Как получаются громилы. Вот. Это рассказ про громил. Где 6000 миллиграммов едва хватило, чтобы нейтрализовать Homo sapiens mutans albino. Вот про этого мутанта Албино они рассказывают. Построить на северном берегу Крейтер Лейк. Вот про этого мутанта Албино. Раньше это был дом администрации, полагаю. Слушай, я ходил все это время без... без фонаря, дурачок. Вот я дурачок, а. Как он вымахал до таких размеров? Есть у вас теории? Да, вообще. Выключил фонарь и говорит, что здесь темно. Да. Нормально, что. В кнопках запутался. Homo sapiens mutans corporosus. Чрезвычайно завышен уровень анаболических стероидов. Стоп!
То есть до того, как заразиться, они были качками? В общем, да. Я не говорю, что они все качались и принимали синтетические андрогены. У некоторых, наверное, от природы был повышенный уровень, но результат тот же. Да? Какой? Они могут разорвать тебя на куски. Так, друзья, тема стрельящих. Погнали отсюда. Фрики на стероидах. Шикарно. А здесь свет есть. Так, это я вам давал послушать рассказ. Это сегодня я узнал. Про фриков на стероидах. Так, все, Яша. И давай еще поблизости найдем одну. Так, вот здесь объект исследования Нейра. Туда сгоняем. И, наверное, серию мы на это закончим. Потому что у меня на сегодня еще много дел. Яш, дорогой. Сейчас погорит. Что-то еще и много этих. А если я сзади к тебе забегу? А если я сзади к тебе забегу? А если я тебя... Ой, тут можно было его добить, на пробел нажать. Так, а это я слышу этого. Где-то. Большого. Большого слышу. Или нет? Ой, это на Z жму, а надо на X сжать, чтобы здоровье прибавилось. Слушай, у меня же там как-то есть. Я могу, если на Shift бежать, я их с ног сбиваю. Вот так, бегу и на Shift. Нет. Гадя, а как у меня работает сбивание с ног? Или на Р, или на Р. Подбегаешь и на Р, и тогда с ног сбиваешь. У меня же не работает этот навык сбивания с ног. Вот сейчас я чувака явно сбил с ног. У меня потом писалось, что если нажми на пробел, добьешь его. Ай, ладно, давай попробуем вот так вот бежать на шифте и это. И на Р, что ли, нажать. Может, я... Ну, или надо зайти в описание навыка. Там, не знаю, можно в описании их навыка найти. Как его там это... Так, пишет, что куда-то вон туда ехать, чтобы к тому объекту. Он где-то вверху находится, да? Да, он где-то вверху находится. Там, скорее всего, сигать. О, мой таймер говорит, что время вышло. Так, ну это хорошо. А мы как раз сейчас с Яшей-то и поделаем все свои яшинские дела. Слушай, мотоцикл мы с тобой заправляли? Да вроде заправляли. Так, что тут вот у них такое? А что это у вас тут такое? Так, вот я сюда заеду, или мне сюда опять сигать придется? Так, 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 ну вон там где-то. Не, по-моему, ты сюда можешь. Маячок Неро. Так, и где он? Да вот, маячок-то ты заметил, ты молодец. Так вот я не понял, как мне сюда попасть. Ой, тихо, тихо, Яша. Тут можно забраться? Есть тут способ? Так, не, ни хрена. А, может вот отсюда можно зайти? А, вот отсюда можно просто зайти было. Все, я понял. Сигать не надо, меня тут пощадили. Так, а это что? Пещера в ней кто? А, маячок получается в пещере. Все, я понял. А он опять в пещере. Док Прейри. Он получается в пещере. Или где? Что-то я не понял. Тут у нас тупик. Так, тут у нас нет никого. Так, погоди, а где маячок? Чё-то я ж... Или всё-таки надо было всё на мотоцикле заезжать и сигать. Так. А, да нет, вон дальше проход есть. Тьфу ты, тьфу, газ мне в глаз. Вот он, всё, я понял. Я туплю. Я периодически подтупляю. Ну, это как бы... Это как бы нормально. Керосин давай заберем. Вот маячок нейры. Так, врачу здесь нейра будет рассказывать, не помню. Регистратор. Лейтенант, мы как-то чересчур близко к ним подобрались. Инъектор? Они уходят, Капрал. Штуки. Сейчас 18:00. Время ужинать. Теперь они вернутся только утром. Они великолепны, да. Правда? Ну, я чувствую прилив сил. Заметка номер 1833. Я здесь спущусь, не разобьюсь. Мы находимся в секторе 217. В пещере Док Прейри. А, забираем коллектор. Это пещера Док Прейри. И от него. Идем по этому следу, да? Так. Что у нас тут еще не исследовано? Ладно. Все намного сложнее. Пусть они погуторят, а мы поедем своим ходом. Указывают на то, что теория доктора
Андерсона относительно феромонов верна. У Homo sapiens mutans turbo или орды, как говорят местные, сформировались экзокринные железы. Они вырабатывают слабовязкий секрет, переносящий неизвестные феромоны. Том, я смотрю, вас это прям радует. Ты не понимаешь. Померещилось. Муравьи, термиты, пчелы, я думал, вот это орда. Да. Они все знают, где их гнездо. Какая тропа ведет к пище. Да. Как так получается? Думаешь, у насекомых есть дорожные указатели? Конечно нет. Это все феромоны, Капрал. Те а же там химические кто? Процессы, которые не дают им понял. Растерзать друг друга. Так они срут везде. Так, что это гремит? А, это спринтер. Это спринтер. Они срут повсюду. Ах так. Отставить, режь его. Режь его, Яша. Ух ты, зарезал. А, он живой остался все равно при этом. Яша, мы все равно его зарубим, правильно? Спринтер попался на этот раз ловкой. Ловкой попался спринтер. Я думал, это обычный злыдень. А это был спринтер. Ну, ничего. Нам пофигу. Так, что они там про фриков рассказывали? Про орду, как она определяет, что она орда. Ну, короче, очень интересный рассказ. Спасибо большое за... Спасибо за орду. А зачем ты в ту сторону едешь? А там что-то красненькое светится. А, еще один спринтер. А если его затаранить? Не, его так легко не затаранишь. У него ХП много. А если еще раз? А, я понял, он же спринтер, он быстро двигается. Ну, я тоже на мотоцикле в конце концов. Я ж тоже в конце концов на мотоцикле. Ага, вон он побежал. Блин, понятно. Ага. Спринтер, я тебя жду здесь. И со словами Сеня, я жду тебя за столиком, ты удаляешься. Ну, где ты там есть? Их там два, что ли? Ну, или там кто? А, это Банша! Смотри, я вот дважды сбивал мотоцикл, но ему это урона вообще никакого ни хрена не нанесло. Ага, понятно. Да блин, что ж ты меня бьешь-то, а? Так, это так он тебя убьет, дядь Саш. Так, гаси его, Гасяня. А, он меня убил. А, он таки меня убил. Ни хрена себе, так это, я же нажимал. А, чего я все просрал, все сохранение. Ай, блядский ёж. А, вот откуда начнем. Слушай, я же на Е нажимал. Что-то я как-то недооценил это. Так, поехали с этими спринтерами-собаками разбираться. Яша, ты гляненький, собаки. Нормально вообще. Так, я там все использовал, да. Так, нахрен, где там? Сейчас всех постреляю. Какие, оказывается... Какие-то они стали это... Как-то мне их раньше получалось проще убивать. А это вообще какой-то гусь. Да, тебе вот так. Ох, вас много тут, я гляжу. Где тут ваш этот спринтер, гад? Зовите его сюда. Ладно. Я еще его стрелять буду. Фух, есть. А его сейчас здесь не будет. Здесь сейчас будут все обыкновенные. Да? Угу. Это обыкновенные. Это тоже обыкновенные. Не все обыкновенные. Это ни хрена не спринтеры. О, по воздуху ходит. По-прежнему. Они по-прежнему ходят по воздуху. Спринтер практически у Яши сердце вырвал. Вообще руку оторвал, ему пофигу. Он без руки, ему пофигу. То есть теперь вместо спринтера куча фриков обыкновенных. Вы типа орда, что ли? Что вас так много?
Слушай, я не понял, как действует навык сбить с ног. Так, надо подбежать к фрику и нажать на кнопку R. Я что-то не понял вообще. Так, вон их там много, пойти шли на тех проверим. Так, а там среди них спринтер есть? Так это он сейчас ко мне отвернулся, я его просто зарежу. Да. Нет, ни хрена. Вот я его рублю. Не то, как это действует, сбить ног? Как с ног-то их сбивать? Нет, это... Или надо, чтобы в руках было оружие? Как действует навык сбить с ног? А можно поглядеть? Навыки. Так. Это что? Под давлением, быстрая перезарядка, головная боль. А где этот навык? Наверное, вот здесь будет. Отличная форма, мазохист, силач. Увеличение максимального количества сырья. Нет, это получается, значит, вот здесь в рукопашной. Ну да, это рукопашная. Палач. Возможность бесшумно. Серия ударов. Повышенный шанс. Перекати поле. Возможность оглушать. Хоум ран. Шанс. Возможность оглушать людей фриков ударами с разбега. Обучение. Доступна атака с разгона. Нажмите кнопку во время бега и shift. Нажмите кнопку, а потом shift, чтобы уменьшить атаку с разгона. А, то есть сначала нажимаю кнопку, а потом shift. А, понятно. Не наоборот. То есть я должен идти пешком, нажимаю вот эту кнопку. То есть я вот иду, нажимаю кнопку и shift. Да что-то ерунда какая-то получается. Он их просто бьет. Что-то непонятно последовательность нажимания мне кнопок. Пригодится. Да вот пригодится, и ничего не понятно, Яш. Что нам с тобой пригодится? Как их сбивать с ног? Ну ладно, Валера мне напишет, я думаю. Валера, он разобрался. У меня почему-то изредка срабатывает вот это сбивание с ног. Вот что-то я не понял так. Смотри, а спринтеров этих нету, гадов, а? Я хотел отомстить, а их нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мстя откладывается. Я вон что-то красненькое там светит. Ладно, поехали. Они в этот раз здесь не заспаунились. Так, приедем в лагерь и закончим. А вот этот вот страх смерти будем потом. А у меня больше заданий никаких не осталось, да? У меня только страх смерти. А, ну вот, можно посетить объект исследования Нейры, но тут точно сигать придется. И все. Помочь Саре покинуть... А, ну это все. А покидать, значит, будем в следующей серии. Там надолго. Там надолго. Сегодня, короче, подготовились к тому, чтобы помочь Саре покинуть Уайзер Айленд. Чё дождь такой сильный? Короче, спринтеров мотоциклом таранить такое себе занятие, как вы поняли, да? Ну, наверное, громил можно примерно с таким же успехом таранить. Они тоже будут не очень тараниться. Вообще можно было доехать и это. И по-скоренькому. На автоматике, да? Ну, давай доедем на автоматике. Вот тут что-то синенькое светится. Поехали к синенькому съездим. Что это такое синенькое? Интересно же. Так, назад. А, ну это вот где что-то происходит как раз. Да, я тут пока буду ехать, все столбы соберу. Так, мне сюда или куда мне ехать? Нет, сюда. Что там за движуха была без меня? Без меня, без меня. Сейчас выезжаю, а там какая-нибудь вообще тусня безумная. Ну и что тут у нас? Мотоцикл валяется, да? Да, валяется мотоцикл. Ладно. Ну, тут мародеры будут. Где? Тут будут мародергиватели какие-нибудь. Ну, надо найти еще что-то, Яша, осмотреть. Яш, найди что-нибудь, осмотри. Ты
вижу наследо, Пит. Погоди, так... Посмотрим поближе. Не понял. А, я не что доглядел, что ли? А, слишком быстро отпустил. Извиняюсь. Да вот не растерял. Опять я быстро отпустил, надо было дольше глядеть. Ну, там и эти сейчас. Злые дни. Обычно это все этим кончается, что ты бежишь, бежишь. Там немножечко злые дней тебя ждет. Сюда, что ли? Не понял, куда ешь? Не понял, так, сзади. А, вон они. Они вон сами бегут. Они бегут сами. Наши сани едут сами. Спасибо. Ты настоящий друг, я получил. А чё я получил-то в итоге? Все что ли? Это все? Вот все, что я сюда здесь нашел? Похоже, да. За двумя непонятными дебилами поехал. А мог бы уже быть дома, на базе. Чаек пить в своей палатке. Может быть, даже вместе с Сарой Ирен Уитикер. Да? Так, Яш, тогда знаешь что? Давай мы с тобой в ускоренном режиме туда переместимся. Вот в этот Изард-Айленд. Давай туда. Сейчас продадимся, что там нажили непосильным трудом. Починим мотоцикл, закупимся боеприпасами. Открывайте. Хотя, я так понимаю, в случае, если мы сейчас будем Сару спасать, нам все это не потребуется. Ну, хотя ладно. Закупимся все равно. Там, наверное, не на одну серию, блин. Это... валить отсюда с Сарой. Там долго будет. Так. Полковник Гарит. Нет доступных работ. Чё молчишь, дурак? С револьвером. Ой, Яша, а ты прям что-то еле идешь от него. Так, это у нас что? Блин, где эти кухни их сраные? Так, погоди. Капрал Дикон. А, кухня вон. Ну, что-то я у вас тут заблудился. Что-то я у вас тут заблудился. Так, this is кухня. Так, вот вам кухня. Продаю вам опять волчатину. У нас волчатина в основном в большом ассортименте. Продаем вот это, продаем вот это, продаем вот это. Так, ну здесь 37 тысяч, тоже третий уровень доверия. Так, ну ушей много не принес, извиняйте. Извиняйте, бананов нема, ушей будет мало. Иди-ка ты отсюда! А если я тебя стукну в голову больно? Ну или хотя бы не больно, а ощутимо. Капрал, рада видеть. Ну, сержант, вот тебе. Как успехи? Вот тебе, неплохо. Black Woman. Ладно. Немного. Ух, ухов. Капрал, и, значит, к торговцу. Ты, капрал при исполнении. Так, оружие. Сержант, рад тебя видеть. А, я метрольезу могу купить теперь, да? Метрольеза. Давай купим, попробуем, как она стреляет. Слушай, а когда это у меня успело уровень повыситься? Когда я какое-то задание выполнил. Да? Так, метрольезу купим. Бэдлис Биг Гейм купим. Эй, ты с этим поосторожнее, глаз себе не выбей. Ковбоя купим. Эй, глянь, какая вещь. ППШ купим. Так, пистолет купим. Вовсю пользуешься второй поправкой, я смотрю. Улучшенная обойма для ППШ купим. Немножко, да? Улучшенный магазин логичное для ПВ решение. Купим. Я бы и сам так сделал, если бы кредиты были. И, короче, надо сейчас все оружие в руки брать себе. И покупать для него, что есть улучшенное. Вот для этого... А, нет, для этого, по-моему, не будет. Хотя давай глянем, может, будет что-нибудь для него улучшенное. Ой, не туда. Не туда. Так, вот, есть обоймы для него. О, да, прокачаем. Хотя, не эту знаю, штуку я обоймы... Обоймы могу во всех лагерях покупать. Чикагская скрипка. У меня есть для него улучшенные обоймы? Есть. Дешевле, чем навьё брать, да? Ну ведь так... Не бузи. Так, ну для метрольезы вряд ли какие-то обоймы есть. А вот для этого есть обойма?
Даля. Б. ФГ. Для БФГ есть обои. И он пришел за апгрейдом. Класс. Так, теперь, что там мы? Для этого есть обойма? Хотя я с него стрелять не буду. Окопная метла? Что за окопная метла? О, транжира! Для окопной метлы нет никаких прибамбахов, понимаем. Так, что там? Я вот для... А, для этого мне... Так, вот этот я для него покупал, вот этого ковбоя. Но я не знаю, буду я этим ковбоем пользоваться. Для него тоже ни хрена нету. Это что такое? М14. Ну, может, тебе от, кредиты от нечего прожигаем, делать, а для ли? Него тоже ничего нету. Короче, все. Возвращаемся в исходную. Метролизу брать будешь? Да, не буду вот, пока. Прошу. Так, пистолеты мне не нужны. Так, все, у а, меня ладно. По-прежнему осталось, да? У меня остался дробовик. Угу. Так, и что там еще у нас с тобой с этими, с припасами там? Эй, надо чего? Есть да, все? Да, надо для дробовика. Я вот, тут 10 раз, дело? 10 раз все менял. Сделаешь меня миллиардером, а зачем да? мне снайперские патроны? А, у меня винтовка снайперская осталась. О, а, не, винтовка мне не нужна. Не-не-не. Назад нам это. Ничего не приглянулось. Да, спроси. Да, да, ничего не приглянулось. Нам назад, пожалуйста. О, нам транжира. Назад, пожалуйста. Наш... Что, вот это? Да это супер хреновина, скажу я тебе. Тебе кредиты дыру в штанах прожигают, что ли? А, ладно. Вот ты пристал-то своими кредитами дырой. Я тут разбирался, чё мне... О, Дик! Капрал. Да. Привет. Слушаем тебя. Ремонт байка. Понял, сэр. Вот так. Ну, рассказывай, чё хотел. Вы обычно что-нибудь рассказываете. Чё, ничего рассказывать не будешь? А я готов тебя выслушать был. Чё, всё, что ли? Так, ну все туда, друзья. До встречи, капрал Сент-Джон. Может, что-нибудь расскажешь все-таки? Дикон! Капрал Сент-Джон, рад видеть. Ну? Привет, сержант. А дальше? Понятно. Поговорили, твою мать. Ну все, в следующей серии будем пытаться с Сарой отсюда свалить. У меня еще остался вот этот объект исследования Нейра непроверенный, да? Да, я его еще не проверил. Может быть, где-то еще какие-то... А, вот еще объект исследования Нейра непроверенный. Сюда надо сгонять. Все, что ли? А, ну у меня пока тот регион недоступен, потом он больше откроется. Тот, по-моему, северный регион, а этот, по-моему, южный. Все, други мои. 20, какая там 8-я серия у нас подошла к фините ля комедии. Увидимся в 29-й. Будем пытаться с Сарой фрикаделькой свалить с этого прекрасного лагеря острова Уизард Айленд. Благодарю за внимание. Будьте здоровы. Увидимся в следующей серии. Тут даже написано время и что ясно. Ясно. Да, ясно, я вижу. Ну как ясно? Облачность достаточно сильная. Все. До скорых встреч.